Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И мы продолжаем историю девушки Мишон из комиксов. Прошлое видео забраковали по нарушению прав пользователей, поэтому посмотреть его на телефоне теперь нельзя. Постараюсь разобраться с этим и надеюсь, этого больше не повторится. Но мы продолжаем. Ну, остановились мы на том, что мы с Питом... Блин, я забыл, как его зовут. В общем, с рыбаком, который командир этого судна. Отправились на паром. Ну, это, конечно, прикольно, но что-то не так. Мишон услышала какой-то... голос по рации и... Опа. You know, something's really bothering me, and I have to ask. Давай, жги. Do you think this looks dumb? Oh, what? I don't know, Oak's been giving me shit about it. Says I look like a pirate. Нормально. What do you think? Be honest. I want to know. Нормально. Oak, what does he know? I knew you were all right. I think it ties the look together. You I'd get you to loosen up sooner or later. You're always so serious. Бесполезно к ней подкатывать. Sure you have your reasons. Just makes it hard to get to know people. Ты преувеличиваешь. В общем, они решили спасти этих ребят, поискать свою группу. Но им сказали, что пошли припасы искать. You know, when we first brought you on board, never thought you'd decide to stick around. You didn't talk to anybody. I just assumed you'd take off the minute you got your strength back. Well, I keep expecting to wake up and find this dinghy gone, and you with it. Возможно, так и будет. Here you are. Haven't got sick of me yet. Я не останусь тут навсегда, да, Пит. No one's gonna keep you here if you don't want to be here. На ближайшие 2 года ты тут побудешь. I mean, I saw what you were about to do. Что? Она убрала пистолет. I know you mostly keep it to yourself. I don't want to make you talk about it, not unless you want to. У меня не было планов это делать. I hope you know that. I didn't know that. Если вы не читали комикс, то, ну, вам немного сложно будет смотреть. You know, before this, I was just on my own, like you were. Convinced myself I liked it that way. Потому что... Что вам? Воу, твою мать. Что, деремся? Прикол. Когда драка начинается, экран сужается, как в кино. Погнали. О, они еще и плавать умеют. А, они ходят, охренеть. Походу, нам надо валить. Срочно. Пит, не тупи. Вот теперь я узнаю Мишон. Твою мать, ты должен жить. Жесть. Блин, давай, Мишон. Вам сложно будет смотреть, потому что вы привыкли к Клементине, если не читали комикс. Мишон другая. Я знаю, какая она, поэтому действую примерно так же, как и она действовала бы. Мне просто, потому что я читал комикс. Но вам придется привыкнуть к ее поведению. От Клементины я... Давай, ловлю. Клементину я сам воспитал. Правильный. Это мне как раз и нравилось в играх этой серии. Ты мне напоминаешь Люка. Спасибо, что прикрыл. Ну, так-то да. А что-то я еще зациклился, что игра 12-13 года.
А вот эта история уже 16-го. То есть довольно свежая игра. I don't like this. Might be someone who can tell us where everyone went. There's no sign of anyone. Just those fucking crows. Блин, может они внутри? Yeah. Стоит проверить. Being really quiet. Well, unless we can find another boat. Looks like we're stuck here. Ну, пока да. Looks abandoned. Doesn't mean it is, though. О, разберемся, Пит. Glad you're feeling so optimistic. Looks like there's two ways in. The ladder or the window. Что? О, крабик! Привет! Как я давно не видел живых существ. Тем более Walking Dead. О, ходячие. Интересно, они не вылезут? Что они даже не смотрят на нас? Эй, крабик, давай дружить. Инвентарь. Можно что-нибудь с ним сделать? Нет. Он просто для вида. Что за рука? С виду старенькая. Может быть, тут не только ходячие были. Может быть, какие-то пираты? Ага, у меня есть выбор. Трап. Что за заплата? А ну-ка, давай посмотрим. This patch has been welded on. This is fresh work. О, это нам пригодится. Не знаю, зачем, но пригодится. Пока мне дают посмотреть, осмотреться, я буду осматриваться. The Mob Jack. Mob Jack. Под паром так называется. Mob Jack. Так, трап. Нет, пока не буду залазить. Ой, можно еще через окно залезть. Подожди, что за поддержка? Канаты. Ну, вроде все. А, нет, вот еще антенна. А, локализаторы даже не перевели. Что-то там должно быть внутри. Ну, мне кажется, стоит залезть в иллюминатор. Не знаю, если там нет зомби, получи изнутри. А давай рискнем. Вот хочу я рисковать сегодня. Попытка не пытка. Hope you're not afraid of the dark. А что, фонарики вы не взяли? Что там, Мишон? Ну что? Может быть, стоит их добить? Надо смотреть. Все-таки фонарик взяли. Надо смотреть. Все тут зомби или нет? Подожди, сразу по темным углам пройдемся. Так. А все что ли? А что делать-то? Опа. Нашел, говорит. Ну давай. Ты же умеешь делать это быстрее. Опа. Я не боюсь тебя. В комиксе она просто им голову рубила туда-сюда, направо и налево. Всем подряд. Опа. Это не твои люди, случаем, Пит? Или эти с парома? These people weren't walkers. They were executed. Да, я как раз хотел сказать, что это похоже на казнь. О, нам зубки на весь экран показали. Что, ребенок? Жесть. No. No. Ну все. Миша он начал глючить. You can't come with me, okay? Mommy, when are you coming
Who would do this to a child? I mean, I know the world's going to hell. But this? Таким стало мир. This is just how it is now. Reasons don't matter. It damn well matters. Or we're no better than them. А вот такая она, Пит. Она всем жестко отвечала. Я не буду из нее добро делать. But I didn't expect this. Хочется мне в этой серии поиграть пожестче. Что нам дали смотреть? О, а там кто-то болтается сзади. Тоже казненный, походу. Жесть, но с ребенком, конечно, это да. Это да, это вам не 13-й год. Здесь уже все пожестче. Чем современнее игры, тем больше крови и жести. Штурмовая винтовка. Ну, это может быть пираты. Тебе не кажется так? Zip ties behind the back. Like the police used. Полицейские? Что за палатка? Looks like this thing got a lot of use. Может быть, они здесь жили, спали? Ты похожа на эту. They made sure none of them would come back. Чтоб голову всем попростреливали. Блин, как она? В очках, которая была, постоянно в свитере из Скуби-Ду. Так, что у нас еще? Здесь кто? А где ребенок? Я не понял. Blood. So much goddamn blood. Так, подожди. С Питом, может, можно поговорить? Не, Пит говорить не хочет. О, что за кухня походная? Опять перевод? Hope we're not here long enough to need this. There's no fuel in it anyway. Что-то не понял. А, это, наверное, типа как в походе ставят разогреватели. Примерно то же самое. Ну тут живое я видел. Ну, зомби я имею в виду. А, или вниз отпили, или нет? Или мне кажется. Ну, нам надо его добить. И зайти. Точно? Нафига у него косточка болтается. Жесть. Давай, Мишон. Jesus. Someone strung him up and left him to be eaten. Сделай то, что ты лучше всего умеешь. Вытащи мачете. Stand back. Вот и все. Cut him down. Перерезать. Yeah. Осторожно. Poor bastard. Не, ну за Мишон я переживать не буду вообще нисколько, наверное. Не знаю, как развернется событие, но... Она сама за себя может постоять. Просто если сравнить ее с Клементиной, Клементина уже... Seen anything like this. All those people just massacred. Ну да, казнили. А вот интересно, кто же это сделал? Wasn't even self-defense. Давай поищем людей. Then we can worry about who did this. Может быть, реально кто-то остался. Сэм какая-то, которая связала с нами. You're right. Короче, Мишон, она как бы... Не так я привык к ней. А вот Клементина уже родной человек. Hold up. We don't know what's in there. Я ее с детства воспитывал, играл за нее. Удерживайте вверх на левый стик, чтобы открыть дверь. Так, чуть-чуть, чуть-чуть. По маленькой-маленькой щелочке. What do you see? Так, сумка, дверь, касса. Anything? Какая-то сумка. Looks like it's in good shape. Но нам она пригодится, чтобы с собой взять. Any sign of people? Людей не знаю. No walkers, right? Посторожи. Looks quiet, but keep your guard up. My guard's always up. Thanks. А то они не услышали бы, да, как вы тут зомби рубите направо-налево, если бы тут кто-то был.
Что там? О, антибиотики. Someone scavenged патроны. Everything else but left this. Консервы. I know, but damn. We could really use this stuff. Ну, это очень странно, на самом деле. Нам вообще все пригодилось бы. Антибиотики, припасы, консервы. У вас рыба есть? Давай антибиотики. Where did all this stuff come from? Ага. Патроны. Plenty of ammunition. А, вы просто рассматриваете, я думал, вы берете. Oh my god. Mary Lily's peaches and beans. God, I used to have these three times a day. Breakfast, lunch and dinner. Drove my mom crazy. Так, тут все. Cigarettes. Сигареты. Don't show those to Berto. We finally just got him to quit. We should see what else we can find. Okay. Я думаю, стоит поискать ту девочку. Это во-первых. Во-вторых, вашу группу. Если они как-то между собой связаны, то, скорее всего, они где-то в одном месте. Ящик Логан. Someone forced it. Что-то мешает? Наверное, замок? Anything? Что значит, что-то Anything. Мешает? Что за бред? К чему это было сказано? Здесь локализация какая-то странная. Интересно, она любительская или... Так, что у нас тут еще есть интересного? Фруктовый напиток. Сначала смотри. Подожди, куда ты меня закинула? Ага, вот. Положить в сумку. Лишним не будет. Ништяки в этом мире пригодятся. Что-нибудь такое сладкое, вкусное, прикольное. Это что? Бинты? Конечно, кладем. Oak will love these. А Оук у вас типа лекарь местный? Хиллер. Ладно, давай посмотрим, что еще можно здесь забрать. Торговый автомат. Ну, давай просто пнем. You think candy bars are just gonna magically pour out of there? Hey. Never hurts to try. О! Короче, пенал, пенал. Оказывается, там был батончик. Восхищен, Пит. Надо было с тобой понастойчивее быть, когда мы были на корабле. Я бы тебя заколебал точно. Так, это у нас банка конфет. Конечно, кладем. Конфеты, ништяк. Много лет. Все улыбится и улыбится. Опа. Сантос, Логан. Может быть, девочка там? Что ты пялишься? Открывайте ей. Не, вонзать не будем. Выходи. Whoever's in there, come on out. Значит, кто-то живой. Shit. Back up. Твою мать. Back up. Ладно, ты убедителен, парень. Greg! Стоп. What's going on? Давай поговорим. Easy. Who the hell are you people? Who are you? Look, kid, just tell me now. Careful. Бросайте оружие. Просто интересный вариант заставить. Don't listen to her. That bag belongs to us. So step aside, all right? У нее руки трясутся, она боится. Don't be stupid. I don't want to do this, but we need that stuff. So just back up. Я заберу свои вещи. Some of our stuff is in there. Let us take it and not. Сейчас вы будете вместе отбиваться от зомби. Они даже перебили меня. Все. Хана Грегу. Ну давай спасать ребят, Мишони. Ты это лучше всего умеешь делать. Погнали. А. СБ. Не успел. Капец. Что-то новенькое. Блин. Я думал, там выбор был. Давай еще раз попробуем.
Давай, Мишону. Ты же умеешь без меня это делать. Икс. Погнали. Сделано это как в фильме прям. А, XB. Давай, хопа. Раз. Второго. Право. Давай. Игрик. Вот. Ништяк. Блин. Что-что Клементинка не умеет делать, так это драться как Мишони. Не бухти там. Давай. Лупи. Еще раз? Давай еще раз. Да, без проблем. Опять со крови. Ну что, ребята, теперь-то вы с нами поделитесь. Надо узнать ее имя. Может быть, это Сэм. Не хмурься, мы только что спасли вас. Взять мешок, отпустить ее. Взять мешок. Ты не будешь без меня. Так, штурмовая винтовка. Походу, это она. Была одна из них. Из тех, кто напал. Короче, пока гадать не буду. Да, походу, это группа напавших. Так. Кто же ты такой? Man, you gotta be kidding me. And you've got help this time. Interesting. Thought you were a solo act. Что происходит? You figured wrong. What the hell is going on? Don't play dumb. This is a misunderstanding. Ну-ка, давай тебя послушаем. Кто бы ты ни был. Damn. Что, впечатлен? Сэм. Значит, это девчонка Сэм. Не переживайте. Мишони и не в таких передрягах была. Я так подумал, что это они. Не переживай, Мишон, мы тебя вытащим. Any bites, rashes, coughing? No, they're clean. You know we're gonna need those weapons back. Don't worry, you'll get them back once we've cleared all this. Watch it, girl. You're in deep enough already. You know if I had my way, I'd just dump you over the side. See how well you swim with your hands tied behind your back. Dai might talk to me. Maybe I can get him to listen to reason. He doesn't seem like the most reasonable guy. Будь осторожен. Might be worth the shot. Be careful, all right? Hey, какой парень? Cut the chatter. You speak when spoken to. Understand? All right. Oh, такая вспышка. What's your name? Что тебе надо? It's okay. You can tell me. I'm just making conversation. Сначала ты. You first. Where did my manners go? Randall. I'm Randall. Michonne. Now that we've got that out of the way, let's talk about what you did. И что же мы сделали? We didn't take anything from you. Shut your mouth. I'm talking to your cohort. Так, похоже, паром ваш, да? Bet we're not the only ones you've stolen from. Вы же вернули свое добро. Have your bag back. Seems like we're done. Not quite. Паром может быть и ваш. А кто тогда эти ребята? Nice machete. You handle those walkers back there, but how are you against something that can actually fight back? Сможет, не переживай. It's plenty sharp. Давай покажу. I'll bet. Что выкусил? Like this, you gotta be comfortable getting in close, getting messy. You know, every person we find living, they got some dead with them. Who was it for you, I wonder? Mother? Father? A couple sisters, maybe? Хочешь надавить на живое? Бесполезно. Not kids.
You? Oh, man. I wouldn't have guessed that in a million years. So you. Ты прав. Ей больше нечего терять. No wonder you're all stoic and shit. But hell, we all lose people. Can't let it get you down. You better back the fuck off. Woo! Sounds like I hit a nerve. Don't feel bad. I'm a lot like you. No shame in that. Прикольно. Look at that. Whoa. Here we are. Monroe. Город на плаву. И музычка из Borderland. Такая гитарка. Yeah, you got a good look last time you were here. Too busy stealing from us to appreciate our little community. Bet you never gave them a second thought. Folks you fucked over? It wasn't us. What was that? Никогда не была здесь прежде. Save it for Norma. Что за Норма? My sister. She's the one in charge. Как будто он меня услышал. She'll be just thrilled to see you. Ну давай поговорим, встретимся с твоей сестричкой. Он брат с сестрой, значит, твоя. Ну что, давайте знакомиться, ребята. Отдай мне мою мачете. Я вас быстро познакомлю с ним. Что, куда вы нас привезли? Закари, thank God. You hurt? I'm fine, Jonas. I'm fine. Here, found your missing medicine. Thanks. I'll get this back to the sick bay. Это они. Hey, your job's not done yet. Короче, я не понял, либо братья, либо еще что-то, не знаю. Они там поцеловались, по-моему, на фоне. Короче, не буду думать о плохом. I hope I'd never see you again, Samantha. Norma, I'm... Not a word. Not from you. Found him on the ferry, along with this. Типа сбежавшая, что ли, как из группы Корора? That one there. She's the one to watch out for. That true? Что? You dangerous. Еще как. Can you believe me? I've never been wrong about something like this. I think she's more than capable of speaking for herself, Randall. I want to hear it from her. Когда нужно. I'm dangerous when I need to be. Aren't we all? Though dangerous isn't so bad anymore. You survive if you're dangerous. I can respect that. Это хорошо. Randall, если ты уже уважительно относишься, значит, просто так ты не убьешь. Мишон. Come on. You got this under control. А вот Пита надо... За Питом надо наблюдать, потому что они его особо не спрашивали, не допрашивали. You'll be okay. Get moving. Что-то я одного не учел. Я забыл засечь, сколько я играю уже. Мне кажется, эпизод скоро подойдет к концу. Поэтому я думаю... Я думаю закончить эпизод в этой серии. О, сколько у вас сумок тут таких. Что, будете их бить? Без шансов. Keep an eye on her. She's got a knack for starting trouble. С ней уже губернатор разговаривал с глазу на глаз. And you don't want that. Trust me. Обожаю проблемы. Maybe a letter caused trouble. Then what? Опа. Then you're stuck with the consequences. Да без проблем. And I'm pretty sure you won't like those. Не напугаешь. I'd say make yourself comfortable, but that's probably not gonna happen. We've got to get out of here. They're gonna hurt Greg.
These people... You don't know what they're capable of. Замолчи, дай подумать. Fine. You go right ahead. Мне кажется, стоит поговорить с ней, что это она была по рации или нет. Но это она была. В смысле, вы? Who knows what they're gonna do to him? Тебе уже приходилось здесь бывать? You've been here before, right? Yeah, I have. I know my way around Monroe. I can lead us out of here. С чего бы мне доверять тебе? Ты на меня пушку наставила. So sorry, I was just ты trying передо мной to protect извиняешься? My family. That's all. I never thought they'd go back to the ferry. I didn't know. It's not gonna be okay. Что происходит? I just wanted to use the radio to reach people. Ну, I never expected мы подошли к этому. Давай поговорим after... теперь. О том, что мы говорили по рации. Ties are too tight. Это не веревка, это пластик. You see anything we can cut them with? Anything with a sharp edge. Подожди. Не мельтеши. Спасательные жилеты. Сигареты. Куча запасов. Медпак, короче. Вещевые мешки. Но здесь вроде ничего нет. Давай взглянем на нее, да поговорим с ней. Я? Ну, давай поговорим. Hey, Sam. Are you looking? We gotta find something. Ничего полезного. Но, как мы знаем, если пинать долго торговый автомат, что-нибудь да получится. Короче, я попробовал, ничего там интересного нет. Блин. Mobjack, like the fairy. Одни и те же повторяющиеся фразы. Вернее, одна и та же. Одна. Да не пыхти, давай просто смотрим все подряд. Сигареты. Наверное, сестра курит. Почему-то мне так кажется. Под ногами ничего не вижу. Сумки. How should I know? This is why there was nothing left on that ferry. It's all here. Ну? Это тебя уже глючит, мне кажется. Откуда ты увидела игрушки? Чомпи, роба. Висячий замок. Давай посмотрим на роботов. Чомпи. Чомпи, the dino? Это, наверное, игрушки твоих детей. Эй! О! Необычно в этой игре видеть призраков. Её прёт, Сэм. This is freaking me out. You're freaking me out right now. Мне так жаль. I'm so sorry. Fine. Ну, то, чтобы ты поняла и, ну, короче, не задавала вопросов. И чтобы девочкам ответить. Ну что? У меня есть один дедовский способ. Ломаешь себе большой палец и вытаскиваешь. Не. Правду интереснее послушать, чем ломать пальцы. You saw those bodies back at the ferry? Ну, конечно. That was another group. We traded with them sometimes. Randall killed them all. Everyone. Even the kids. Came with his whole crew. And he just murdered them. Тогда, they were trying to run away. Почему вы вернулись? Why would you ever go back to the ferry? The radio. It was our only chance to reach outside help. That worked out well, didn't it? Obviously, we were wrong. And they took what was left. Интересно, что было бы, если бы... That's what they do. They think they own everything on the water. Whatever they find, they take. And if you put up a fight... Если бы мы залезли на паром сверху... You know what happens. Я имею в виду по лестнице. They just...
It's nothing to them. Я видела, что сделал Рэндалл. I saw what Рэндалл did. Now do you get it? If there's anyone out there that you care about, don't tell these people a thing. Ну что? Я слышу. The pipe's loose. Just a little more and I can get free. Зачем ты торопишься-то? We have to get out of here. Обдумай это. Think about what you're doing. We need a plan. This is my plan. Ты на эмоциях это делаешь. Эмоции не есть хорошо. По крайней мере, в таких ситуациях. Listen. Whoever comes through that door, we jump them. That's the only way we're getting out of here. It's now or never. What's it gonna be? Ну, давай попробуем. Worth a shot. Let's do it. Ну что делать? Не ожидала? А мне это что делать? Как я это брошусь? Мы как-то об этом не подумали, да? Quiet down here. Here I was, ready for a fight. Nice work. Kept it together. Держи. God damn it! Вот и все. Мимо. Откозел, а? I knew you were dangerous. Come on. Norma wants a word. А носик-то коцнулся, да, Рэндалл? Взял девчонку, вырубил, скотина. Блин, что-то мне кажется, что серия немного затягивается, но... So, Michonne. Ну, мне интересно. Короче, буду проходить до конца эпизода. I overheard your friend call you that. That's a great name. Norma. I always wanted to be a Veronica or Gwendolyn when I was a girl, but I've made my peace with it, I suppose. Тебе что? Сильной подружки не хватает. People remember. Michonne. Damn, that's good. A nice strong name. Давай ближе к делу. Can you get to the point? I'm sorry about all this, but I just want to talk, that's all. Then you mind taking these off? Sure. Once I get to know you better. I know you're angry, but try to consider things from my perspective. Everything points to you stealing from me, from my people. That puts you and I on opposite sides of the fence. Газировку пьёшь, да? That's not how you see it. Enlighten me. Help me understand. If all goes well, I'd be happy to remove them for you. Чего Just tell me what you want. Oh, now we're not gonna get along. You keep that up. There's no reason we can't be friendly. Есть причины. Rude now. Пока есть за спиной. You're gonna help me get to the bottom of things. Наручники. You do that, and you get to go home. Нет. Я не буду пить. Consider it a peace offering. You and I are gonna come to an understanding. Нет. No thanks. That's too bad. Ничего страшного. Переживешь. So tell me, you and Samantha, how long you all been together? I haven't seen you before, but then you might have been lying low. You seem brighter than Samantha. Я не Сэм. We're not together. I don't know these kids. Так и есть. So you say. And what brought you to that ferry? Seems awfully strange you just stumble on it out there in the middle of the water. Блин, говорить, не говорить. Just a little difficult to wrap my head around. You all ending up there together at the exact same time. What do you want me to say? We were in the area, saw the ferry. That's what happened. Не буду говорить про лодку с людьми. You're gonna have to give me more than that. So how about your group? Are there others? I need to know who's with you. Can't act on incomplete information. Я не вру I'm тебе. I'm not telling you shit.
I'd rethink that strategy if I were you. Ты не на моем месте, Норма. Maybe I have. Как хочу, так и говорю. The only reason you're still sitting here is because I've decided to let you tell me your side of things. I suggest you drop this attitude of yours. Otherwise, this is gonna stop being so pleasant. Don't mistake my kindness for stupidity. Рада, so что ты this так... is the real Norma. Прямолинейно. It is now. Давай, говори уже. I don't mean to lose my temper with you. From your side, I'm sure this looks bad. I get that. But there's more to this than you realize. Что ты хочешь этим сказать? Whether you're with him or not, there's something you should know about Samantha. Давай. That girl is a natural born liar. She's good. I'll bet she laid it on thick for you. Said it was all her fault. She's sorry, and won't you please help her escape big bad Norma? Am I getting warm? Wouldn't be the first time she fed that line to somebody. You almost believed her, didn't you? Я промолчу. Не, ну правда. She's lied to us before, stolen from us before. Поддакивать you тебе. You can see why не I хочу. Might be just a tad frustrated. I mean, I let her go, no consequences, and now she's stealing from me again. Это не мое дело, Норма. I don't see how this is my problem. You're sitting in this chair in front of me because she made it your problem. That's what she does, drags people down. But that's why I'm talking to you instead of her. There's a fine line between being generous and being taken advantage of. Everyone deserves a second chance, I believe that. But never a third. Most people will take advantage if you let them. Скажи мне про людей на пароме. What about those people on the ferry? Children, whole families, executed. How many chances did they get? No, we didn't do that. Scavengers killed those children. Their families, everyone. Then they took over. Какие собиратели? So Randall went down there, gave those murderers justice, made sure they'd never kill again. That's what we do here, protect people. Что-то я тебе слабо верю. I bring folks in, see that they're fed, clothed, looked after. Я видел там гильдия от штурмовой винтовки. Штурмовая винтовка была в руках у Рэндала. We need the same things anybody does. We pool our resources. We survive. I'm not telling you anything you don't know. Ну хорошо, что ты хочешь от Мишон? No more beating around the bush. Where's the rest of it? What? You say you weren't with those kids, but Randall caught you with them. No. You had this, but there's still much more missing. So, where is the rest of it? Откуда я знаю? Bullets and ammunition, handguns and a couple of rifles. Ни малейшего понятия. I've got no fucking clue. Of course you don't. Bring in the kid. What do you do it? Что, бить его будешь на моих глазах? Here's how this is gonna work. I know he's not gonna talk to me. His sisters probably fill his head with all kinds of stories. Винтовки, говоришь? So you'll be asking the questions. Let go of me! I guess being a pain in the ass runs in the family. Greg, is it? We're just gonna do a little fact checking, Greg. See if your story squares up. There's no way I'm talking to you after what your brother. Shit, Randall! Fuck you! You want another one? Randall! Come on now. Michonne, mind asking Greg what I asked you? Не понял. Go on now. Ask him. Нет, я не буду подчиняться. I'm not doing anything for you. Well, if that's how you feel. Блин, парень. How long have you two been running around together? Мне до тебя дела вообще нет, в принципе. We're old family friends. Ты на меня пушку наставил. That's not how Michonne told it. She said you weren't even together. Someone's full of shit. Напуган? It certainly looks that way. He's just scared.
Leave him be. The kid's a liar. Hey! Ничего страшного. Зарастет. Let's try again. Michonne? The one about your people. Откуда он знает? You remember, don't you? Ask him yourself. Я не буду подчиняться. Ты меня сначала раздражаешь. Нормально. Не вырубишь. Ничего страшного. How many of you are there? Говори свою историю, что ты на меня смотришь? It's just us. Us four. Now Michonne here didn't answer us. So now things have to get a little more interesting. В смысле, не ответила? Randall, no! Oh, please, I'll tell you whatever you want! Брось оружие. Put down the fucking gun! Yeah? You look real threatening over there, tied to that. Поверь, я скоро отвяжусь. И ты все увидишь сам. Randall, I think you made your point. Oh. Get a towel, Zachary. Leave him alone, okay? He's just a kid. Throw him a pity party when we're done. Get the fucking towel. Вам нравится быть грубыми? Again? Try to be kind. Try to extend my goddamn hospitality. А иди-ка ты на. Go fuck yourself. Ну что? Ну это ты зря. God damn it, for fuck's sake, Randall! Ты за это ответишь, Randall? Norma, please, okay, this isn't working. You're not gonna get what you want this what way. What would you fucking suggest? A pat on the head and a lollipop? He's got a point, Randall. You took it too far. Like you always do. People need a firm hand. You're not going to get him in line by being soft. Сдаетесь? Now, being smart isn't Слабаки. The same as being soft, Randall. We're not going to get what we need your way. Zachary and I will figure this out. You go below and get the other fella. Ну, Пита уже, конечно... Но... Кипятишься, аж трясет. You make quite a pair of liars. This world just depresses the hell out of me. Да мне посрать. Zachary, a word in private. Пацан, ты пока не вырубился даже, нормально все, не переживай. You okay? Давай в дартс поиграем. Ты чё плюёшься, придурок? Or is it gonna get worse? My guess is. Будь сильным, Грег. It's gonna get worse. Keep it together, Greg. What do you think I'm doing? Even if it didn't look like it. Ты обоссался, парень. I can't believe I pissed myself. Да. Seriously. Тебе не получается быть сильным. I've never done that before. Never. Ладно, просто не думай об этом. I'm not like that. Afraid. Будь напуганным, это разумно. You'd be stupid not to be scared. Просто нельзя это показывать. You don't look scared. You look like you've seen this 100 times. I knew about the Rotters. I mean, I fought them before, killed them. It's bad. But people are worse, aren't they? Да, когда их мало, I didn't know it was this bad. Когда их поджимает. They know what they're doing. They just don't care. Никогда people, не доверяй никому. Walkers, makes no difference. You want to keep living? Trust yourself. No one else. Sounds вот like a истина. Fun life. I don't know. The thing is I say that about people, but people, family, they're the only reason to live. What if you don't even have that? I left them behind. My daughters. Ты решила разгадать про дочерей? You lie to yourself to live, so you keep going. But when you stop... Ты погибнешь. Ага, понял меня. О, Пит, до тебя даже не кошка. What did they do to you? Just ask questions. Короче, после допроса я закончу эту серию. Мне кажется, эпизод что-то долгий какой-то. Я думал, на час, на полтора. Is Sam? I haven't seen her. Shit. How are we playing this? Yeah, Michonne. How are we playing this? I'm all ears. Any day now.
Really? Не говори ничего. If I were him, I wouldn't be taking advice from you. Take care of this. Come on. Zachary? В смысле? Я не понял. I just have a few questions. А, вы решили его теперь допросить. Чего вопросы позадаете? What the hell? Jonas! Haven't you got a patient that needs you? No, you can't just barge in here! Что такое? See, not everyone here lives in squalor. Jonas and Zachary had the nicest room on the ship. А кто из них доктор? Deserves it. Gosh, he just works so hard. Jonas? What is it you do, Zachary? Huh? Besides fuck Jonas. Ah, все-таки они эти самые. Fine, just you do nothing. You cower and you whine because you don't have the balls to do things that need doing around here. Can we just get this over with? Они, короче, эти самые. Sorry for this waste of space. Look, whatever you're gonna do, Randall. No, I'm not gonna do shit. Your fucking uselessness stops now. Time to earn your keep. Here. В смысле? Go on. Get them talking. Рэндалл, Норма, конечно, она жесткая баба, но адекватная. А ты какой-то вообще? Where are the rest of the supplies? Придурок. The bags with the ammo. Hey, shouldn't keep your finger on the trigger. Don't tell me how to hold a fucking gun. I don't know, Zachary. Maybe she does know better than you. Please, no one has to get hurt here. Shut up! I'm just trying to help you. Okay, then talk. I don't think she's taking you very seriously. Come on! I need a location. Now! That's it. Careful. Don't get too close to her now. Please, we all need to calm down. Okay, okay. Я не знаю, Закари. I would tell you. I... Hey! Who's in charge here? You or her? Huh? Мне кажется, ты слишком передавишь. You want answers? Talk to me! Что-то случится. Stop! Don't move! Sam! Greg, don't! It's okay. You think this is okay? Get it together, Zachary! Stop! What are you waiting for? Тебе не обязательно это делать, Закари. Закари. I know. Last chance, Zachary. Fucking. А, придурок. Давишь на него. Stop. Damn it, твою Zachary. Мать. Now who's taking things too far? I did. Outside. Now. Ты сам надавил на него, Рэндалл, придурок. No, Greg. Капец, вы ему хоть помогите. Sam. Жесть. We have to help them. Рэндалл, блин. Сэм. О, God. Крэг. Блин, а что делать-то? Перерезать давай, попробуем. Давай. Может быть, успеем. Есть. Нам надо с ним что-то сделать. Подобрать рубашку. Положить. Давай рубашку. Come on, Greg. Come on, don't do this. А где доктор-то? Доктора позовите, чтобы он помог. You're his hero. What will he do without you? Not a very good hero. No, you are. You are, Greg. Please hang on. Когда Норма узнает, она Рэндалл сама. Мне кажется. Блин. Походу, ему что-то прострелили. Какой-то орган важный. He's going to turn, Sam. Да, это точно. He's gonna become one of them. Мне жаль. I'm so sorry, Sam. Oh God. I'm gonna need your help. I can't. I just need another second, please. Но он сейчас обратится, Сэм.
Ты же понимаешь это? I can't let you go yet. Greg. Он уже не Грег. I know it looks like your brother, but it's not him. Not anymore. I just need more time. У тебя нету времени, Сэм. Грег, please. Отвертка. Трумба. Ну, давай отвертка. Более гуманно. Hold him down. Да зачем? Сама можешь. Как-то он рычит прикольно. Не знаю, вроде грустить надо, но... рычит, как будто его... не знаю. Давай, лупи. Мало? Жесть. А зачем ты ему в глаз-то втыкаешь? Он был в голову. Хорошо, Сэм, теперь ты, наверное, врать мне не будешь. Словил. Я даже не знаю. What happened to him? You fucking shot him. I didn't mean to. Do you think that matters? You killed him. It was an accident. I swear. Здесь она права. I swear. Please, lower. Please lower the gun. I'll explain everything. Давай его выслушаем для начала. Why? He's a murderer. Please. You're not leaving. На него, по идее, надавили. Ладно, останавливай. Ну вообще, Мишон мстительный, она бы поняла, Сэм. И дала бы ей убить. Ну, не такой. Ну что, Закари, теперь твой выбор. Сделать все правильно. Думай. Ага, это все-таки был конец эпизода. Ну что, да, примерно по полтора часа. О. Кепочки такая. Не понял. Зачем ты их ведешь? Кто это говорит? Так, пицца. Кто-то роет могилу. That's what you do. Значит, вы все-таки его поймали. Да, Мишон много на что способна. О, наконец-то мне по-русски дали статистику. Покрасивее стало, чем в тот раз. Ну что, давайте посмотрим. Вы пытались остановить это? Это в смысле в начале, когда она пыталась застрелить себя? Да, я и 67% опустили пистолет. Как вы вошли на паром? Ага, это все-таки был выбор. Всего 29% через окно залезли. Вы подстерегли Рэндалла в кладовой? Ну да, 57% ударили его головой. Вы выдали Грега Норме? 58% разделили вину с Грегом, так что нормально. Вы позволили Сэм выстрелить в Закари? Ну, все-таки человечность играет свое, и 83% выбрали пощадить Закари. Хотя, я повторюсь, в комиксе она совершенно не такой персонаж. Ну как, у нее милосердие есть, но она очень мстительная. Если ей кто-то перешел дорогу или напакостил ее близким, то пиши пропало. Но здесь все-таки сыграл я. Ладно, ребята, на этом все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новое видео. И поддержи лайком. Ну и всем пока.